Сегодня в интервью журналистам Рустам Минниханов прокомментировал законодательную инициативу Владимира Путина о запрете иметь заграничные счета чиновникам и членам их семьи. Есть один момент, который, наверное, не учитывается. Все-таки мы хотим государственную службу привлекать в то же время и бизнесменов, у которых, допустим, для меня, для моих коллег, там никаких проблем нет. Зарубежные банки мы не знали и не знаем. Есть люди, которые были в бизнесе, и, наверное, какой-то период надо как-то вот эти механизмы реализации вот этого закона, надо это продумать.